Теперь мы все видим, что российские миротворческие силы не могут или не хотят осуществлять свою функцию. Сколько сел они взяли, сколько было убийств и прочего. Так если МИД Армении выражает официальную благодарность российским миротворцам, и слово «миротворцы» не выделено кавычками, тогда чего они еще хотят? После того, как Никол Пашинян заявляет, что эти территории сдали под носом у российских миротворцев, да? Да, я могу понять, что произошло. Их одернули и приказали сделать одно заявление и сказать «спасибо, Владимир Владимирович». Это они и сделали. Хорошо, что им еще не сказали. Сначала встать на одну левую ногу, потом произнести это. Говорят, что Украине помогают и так далее. А как же? Ей должны помогать. Ведь Зеленский стоит до конца, как и народ Украины. Пусть украинцы не стали бы воевать, и их власти с Зеленским убежали бы, как ему и предлагали. Или пошли бы на подписание условий России в первые дни. Запад помог бы Украине? Разумеется, нет. Помогают тем, кто сам готов себе помочь. Другого варианта не может быть.